Всем привет, дорогие друзья! Вот, наконец-таки пришли посылочки из Китая. Давненько я не делал обзоров, так как много посылок зависло на таможне, и много еще, как говорится, прошли сроки, пришлось открывать споры, возврат денег, то есть, соответственно, там посылок 5, был возврат денежных средств. Но как бы было все заново заказано, ожидаем в ближайшее время. На сегодняшний день вот буквально только что пришли две посылочки из Китая. Так, с сайта AliExpress. Здесь должна, давайте маленькую откроем быстренько. Здесь должна быть оправка для намотки спиралей. Цена вопроса составила порядка 100 рублей. Так, нету. Да, здесь вот такая вот оправочка, оправулька. Честно, сроки прошли, открыл на нее диспут, на возврат. Но сейчас придется закрывать спор, так как не такой человек, чтобы китайцев обманывать. Хотя они нас, зараза, обманывают. Вот такая вот оправка. Так, поехали дальше. Здесь у нас, я уже открыл ее на почте посмотреть. Здесь у нас, так, вата для укладки. Что-то порядка 80 рублей здесь. 10 кусочков, 6 на 5. Вот такая вот ватка. По отзывам читал, вроде как хорошая. На все товары ссылочки будут в описании. И вот такие вот, вот такой вот, вернее, пинцетик для более удобной укладочки с ваты. Вот такая вот штукенция. Тоже стоила порядка где-то 80 или 90, уже не помню. Ну, качество, так себе скажу я вам. Ну, что-то не очень. Слишком мягкий металл, гнется. Ну, посмотрим, может, пойдет. И вот такая вот дрипочка Цунами РД. Она 22 миллиметра она должна быть. Сумма покупки порядка 600 рублей. Вот это вот дрипуля. Как по качеству, не знаю. Сделаю отдельный обзор. Распаковочку. И где поподробнее мы все это дело с вами рассмотрим. Так было, такой вот, вот такая вот распаковка была. Быстренько посылочек. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Ссылки на товар будут под описанием. Продавцов советую. Единственное, ну, доставка порядка полутора месяцев. Все заняло. Всем спасибо. Пока-пока.